привет! Это рубрика ТВ Тур, с вами Денис Иванов. И сегодня я приглашаю вас в один популярный ереванский ресторан, созданный по мотивам знаменитой комедии Леонида Гайдая. Догадаться, как называется эта комедия, ну и, соответственно, ресторан, как вы наверняка поняли, не составляет никакого труда. Ведь уже при входе вас встречает знаменитая троица – трус, балбес и бывал. Да еще в характерных кавказских нарядах. А раз так, то в голове сразу начинает играть знакомый мотив про медведей и возникает образ танцующей на камне Натальи Варлей. Кстати, о Варлей. Ее героиню Нину, а также других главных персонажей любимого советского фильма, дядю Джабраила, товарища Сахова и, конечно же, самого Шурика, вы можете увидеть уже внутри этого популярного армянского заведения, где все, буквально все, от гардеробной комнаты и до оформления меню, просто пропитано духом кавказской пленницы. Проводить в данном ресторане время, читая многочисленные цитаты, глядя на фотографии знакомых сцен и наблюдая за живыми героями кино, в коих переодеты местные официанты, одно удовольствие. И это без учета того, что высокие стандарты кухни Кавказа, всесоюзной кузницы, здравницы и житницы здесь соблюдены на все 100%. Соответственно, народу в этой гурман-достопримечательности Еревана всегда много. Так что, если решите повторить мой поход, рекомендую забронировать столик заранее. Как среди гостей армянской столицы, так и среди самих жителей города, желающих вкусно провести время, танцуя под «Если б я был султан», фоткаясь с Ниной и Шуриком или выпивая на брудершафт с товарищем Джабраилом, хватает. Да, конечно, данная точка на туристической карте Еревана – это не музей, а ресторан. Но после долгих и культурно насыщенных прогулок по Ереванскому каскаду, по площади Республики, по Национальной галерее или по вернисажу, местная пища из разряда «жить хорошо» очень неплохо дополняет ранее полученную пищу духовную. На сегодня это все. Все рубрики ТВ-тур ищите в интернете. Смотрите, выбирайте новые места для ваших путешествий.